7 лесных пожаров ликвидировано в Приморье. Территория возгорания в основном северные районы. Один из пожаров произошел в лесничестве недалеко от поселка Тернейм. Огонь был вовремя локализован. На текущий момент пожароопасный сезон официально действует в 20 районах. Это означает, что даже в лес без уважительной причины заходить запрещено. Такие меры вполне объяснимы. С начала года произошло 260 пожаров. Глава региона поручил создать круглосуточные штабы по борьбе со сгораниями и сформировать резервы. Группы тушения, а также усилить патрулирование территории с воздуха для скорейшего обнаружения лесных пожаров, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов.